Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам послушать очень позитивную и интересную историю про Лулу и Близзарда. Лулу и Близзард встретились, когда Лулу была щенком. Она присоединилась к своей новой семье, когда была очень молода, и Близзард стал ее старшим братом и защитником. Она следовала за ним везде, и с ним она чувствовала себя в безопасности. Она приняла Близзарда в качестве родителя, сказал Дэвид, папа пары. Она стала спать на его спине для тепла и комфорта. Но очень скоро Лулу стала не только спать на спине Близзарда, она стала ездить у него на спине. Теперь Близзард возит Лулу везде, куда они идут. Идут ли они осматривать достопримечательности, на экскурсии или просто смотрят телевизор. Лулу всегда взгромождается на спину Близзарда, это ее любимое место. И кажется, Близзард совсем не возражает. И конечно, если Лулу почему-то не находится на спине Близзарда, она начинает сердиться. В конце концов, Близзард весьма удобный транспорт. Лулу и Близзард лучшие друзья. И Близзард будет возить Лулу куда угодно и столько, сколько она захочет. Если вам понравилась эта позитивная история, обязательно расскажите о ней своим друзьям. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем большое спасибо за внимание. До встречи!